Огромные языки пламени охватили здание троллейбусного депо на улице Оренбургской. Жизнь 40 работников оказалась под угрозой. К счастью, это лишь легенда пожарно-тактических учений. К месту возгорания оперативно прибывают пожарные расчеты. По замыслу, в момент прибытия пожарных огонь уже успел распространиться. Наблюдалось сильное задымление. Прибывшие пожарные устанавливают автоцистерны на пожарные гидранты и приступают к тушению. Основными сложностями тушения пожаров на данных объектах является то, что на них достаточно большое сосредоточенное количество горюче-смазочных материалов. Значит, потом наличие в гараже, в депо, большого количества транспорта, который при тушении пожара потребует и эвакуации, то есть необходимо будет применение тягачей для того, чтобы эту технику эвакуировать из зоны горения. В учениях были задействованы 20 человек пожарных и 5 единиц техники. Главная задача подобных мероприятий – выяснить, насколько личный состав пожарных подразделений готов к подобным чрезвычайным случаям на объектах с массовым пребыванием людей. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.